всем привет. Как вы заметили, я сегодня нахожусь на льду. Сегодня будет не самая обычная рыбалка для меня. Я буду ловить окуня. На блесну, на балансир, на ратлины. Но буду ловить не спиннингом, как я это обычно делаю, а со льда. В общем, нас ждет нелегкая сегодня рыбалка. Снега очень много, лед толстый. Поэтому не будем задерживаться. Вперед! Бурить! Прежде чем начать бурить, надо хорошо расчистить площадку, ну, чтобы лишний снег не бурить. Ну что, погнали. Ну что ж, вот пока три луночки пробурил. Фу, очень тяжело. Сейчас их проверим. Ну, если здесь нет, пойдем искать дальше. Ну вот, наконец-то, первый на блесеночку. Вот такой красавчик. Классно, погода сегодня очень шикарная просто. Умеренный минус, минус 10 где-то, минус 11. Ни ветра, ни снега, все просто, просто идеально. Осталось только еще рыбе клевать. Ну вот, вот такой вот еще один полосатик. Подошел ближе к берегу, поискать уже на мелководье. Но здесь тоже единичные поклевки. И все. Ничего особенного. Сейчас этого товарища отпустим. Опа. Когда окунь так капризничает, спасает либо ротация приманок, ну, либо поиск. Поиск — наше все. Хоть и тяжело, но надо искать, куда деваться. Вот она. Вот оно, окуневое счастье наконец-то найдено. О! Я уже думал, все. Рыбалка пропала сегодня. Опа, есть. Отлично. Вот оно, поперло наконец-то. В общем, я думаю, стоит остановиться. Уже с этой лунки поймали вон все, большое количество. Давайте сейчас рыбу отпустим. Пускай живет, нечего морозить. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока. И обязательно подпишитесь на канал и ставьте лайк. И жмите на колокольчик. Пока. Давай, беги.